Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня расскажу для тех, кто не знает, а также напомню о чудеснейшем, недорогом препарате, который может спасти жизнь. Жизнь при резком повышении давления. Даже если вы не гипертоник, обязательно в аптечке у вас должен быть этот препарат. Особенно, если вам после 50 лет. Так как в таком возрасте не обязательно должно быть постоянно повышенное давление. Оно может просто резко подскакивать. От алкоголя, от перенапряжения, от других любых факторов. Купите себе каптопресс. Каптопресс, как правило, не применяют, например, долгое время. Он предназначен для резкого понижения давления. В принципе, его можно пить день, два, три, четыре. Но если у вас гипертония, вам нужны лекарства совсем другой категории, которые накапливаются в организме и постепенно понижают и держат необходимое давление. Каптопресс действует очень быстро. Практически за 5-10 минут он может снизить давление на 20-30 единиц. Как его правильно применять? Если давление, в принципе, поднялось там на 15-20 единиц, достаточно максимум пол таблеточки. Не нужно сразу пить по одной таблетке. Лучше, например, пол таблеточки, а через 4 часа при необходимости можно выпить еще четвертинку таблеточки. Внизу под видео я помещу полную информацию об этом средстве. Обязательно ее почитайте. Вот и все. Будьте здоровы!